Привет, меня зовут Марк, вы на канале Ремонт Apple, и в этом видео я вам покажу замену матрицы на MacBook Pro 2012 года. Получается 13-дюймовый A1278. Итак, приступаем. Вот, подключаем наш внешний тестовый дисплей. Подключаем батарейку, даем, чтобы питание не прерывалось. Подаем питание. Питание пошло. Так, бак есть. Экран зажегся. Идет загрузка. Сейчас загрузится, посмотрим, после чего выключим, начнем разбирать наш дисплей, куда мы будем вставлять нашу матрицу, потому что тут матрица, она полосит. Ну вот, компьютер, видимо, хочет SSD. Загружается очень медленно. Хотя здесь я вижу 8 гигабайт оперативки. Это получается i7 2.9 модель еще. Достаточно мощный компьютер своего времени. Так, вот он загрузился. Давай, отключайся. Вот я еще. Не соединяется. Сейчас перейдем. Все. Так, теперь выключаем и начинаем открывать дисплей. Будем для этого использовать ненужные пластиковые карточки, очень удобно. Вот. Начинаем снимать наш дисплей. Всегда обязательно с серединки защитное стекло. То есть надо будет вот так аккуратно поддевать и разводами в эту сторону и в эту сторону. То есть таким методом. Липучку, чтобы оттягивать. Вот так вот. Перехожу к ускоренному видео. Thank you.
Вот, все мы уже собрали, проверили, все работает. Теперь старт. Картинка есть, яблочко есть. Ну вот, выполнили мы замену матрицы. На этом все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если у вас есть вопросы. Пока-пока, до следующего видео. Увидимся.